Всем привет, меня зовут Женя, и сейчас я покажу вам несколько лайфхаков, которые облегчат вашу школьную жизнь. Если вы забыли дома циркуль, то на уроках математики вас спасут две скрепки и две ручки. Соединяем скрепки вот таким образом, и с помощью ручек рисуем идеально ровный кружок. Вот что у нас получилось. Так, а сколько дней в марте? Сожмите ладонь в кулак и начните отсчитывать месяцы по костяшкам пальцев, начиная с указательного. Когда дойдете до последнего пальца, то начинайте счет снова с указательного пальца. Если месяц попадает на костяшку, то в нем насчитывается 31 день, а если во впадинку между пальцами, то 30 или меньше. Вот и все. Так, сочинение почти готово. Вот и все. Стоп, у меня 91 слово, а надо же 96. И что же делать? А, я знаю. Набираем абсолютно любой текст. Затем выделяем его белым цветом и убираем все ошибки. Готово. Какая я молодец. Как же найти синус? Нумеруем пальцы, начиная с мизинца, от 0 до 4. Мизинец 0, безымянный 1, средний 2, указательный 3, а большой 4. Мизинец будет соответствовать 0 градусам, безымянный 30, средний 45, указательный 60, а большой 90. И чтобы найти синус, мы будем использовать нехитрую формулу. Синус равен корень из номера пальца, деленный на 2. То же самое можно сделать для косинуса, только нумерация будет идти с большого пальца. Надеюсь, мои советы вам помогли. Всем удачи! Еще увидимся!